такие подарочные магазины. Алиоп есть в Испании. Символом является животное корова Алиоп. Алиоп. Это магазин сувениров и подарков. Женские украшения. Цены здесь очень низкие. По 3 евро. По евро, 3, 2 евро. Украшения на ногу. Брелки всевозможные, фенечки по 3 евро. Брелки интересные. Купальники, игрушки для детей, ну тут уже по 7 евро, но это довольно невысокие цены, как для Испании. Купальники. Халаты, сумки. Сумки по... Пляжные сумки по 10 евро. Кошельки по 4 евро. Обувь пляжная 4 евро. Сумки под кожу интересные. 6 евро. Для детей карандаши, фломастеры, игрушки, игрушки деревянные от 1 евро. До 6-7 евро. Игрушки для пляжа по 3 евро. Это игрушки с полотенцами. €15. Развивающие игры, тоже деревянные, 9 евро для детей. То есть в этом магазине не только для взрослых подарочные аксессуары, но и для детей. Магазины эти довольно большие. €5. Для детей все. Подушки для сна, аксессуары. Подушки для детей. Сметички.
сумочка, кошелечки. 2 евро. Пляжные аксессуары. Лопатки для приготовления еды. Бутылочки для пляжа, для спорта. Сувенирные кружечки. Цена 3 евро. Для Испании это не цена даже.